Здравствуйте, друзья! Приветствую на канале ForceLamp. Сегодня будет короткое видео, такая не без претензий на какую-то оригинальность. Поступила у меня просьба друга сделать ему такой деревянный кастетик. Мы что-то разговаривали на эту тему. Были у нас такие подобные штучки еще 15 лет, когда нам было в Шараге себе делали. Только они у меня были из сосны, и не под каждый палец, а просто сплошная была дуга. Была сосновая, покрыта на 10 слоев лака, но так ее не разбил. Здесь где-то потерялась, но очень была легенькая. Не разломалось. А тут такое дерево появилось. Была возможность. Но я хотел сначала из дуба там что-то там замутить их с какого-нибудь безбука, более плотного дерева. Потом вспомнил, что у меня есть дерево терраска. Дерево кумару. Кто знает, это очень твердое дерево. Оно по себе даже берешь его как железное. То есть очень тяжелого, очень большой плотности. Пришлось даже пилить лобзиком, потому что мне что-то очень жалко было ленточку. Вдруг мало ли чего. И пилки, что у меня до этого были, что-то на них пригорали. Вот сейчас с МТ-шными пилками попробовал первый раз. Хотя написано, что они должны пилить всего на 1.5 сантиметра. Здесь 2.20 где-то, наверное. Ну, больше 2 сантиметров толщина этой всей доски. Ни одного прижога, ничего мне понравилось. То есть для фигурного реза просто, для очень твердого дерева, просто подчеркиваю, очень. Даже на ленточной пилке я пиле не стал. Даже сверлами в Форестнера не стал сверлить, а прям... Все это засверлил пером, то есть такое, потому что, ну, жалко, очень плотное дерево, еще раз повторяюсь. Вот, все скруглил тоже CMT-шной фрезой под 45 градусов, потому что я не хотел это что-то скруглять обычным под радиус, чтобы оно было под таким более граненым форматом. Вот, и, соответственно, все это дело уже на первый раз, наверное, не сильно много снял, второй раз пришлось немножко опустить, чтобы фаска была гораздо поглубже получилась, потому что что-то не рассчитал немножко длиной, с глубиной. Вот, кастет, такой у меня был 15 лет, как говорится, еще раз повторяюсь, ходил в Шарагу, и он у меня всего один раз пригодился, ну так это, по делу, по-русски говоря, и то, и больше из-за того, как устрашение, когда 3 человека, и вот другого из кастета, когда остальным желание отпало дергаться, то есть по людям я им не бил, но когда у тебя такая штука лежит в кармане, это больше психологически, я говорю, это оружие самообороны, не более того. Никого не провоцирую. Ну, опять же, вес небольшой по сравнению там с каким-то свинцом. Не утонет. Я сделал отверстия не сильно большие на этот раз, чтобы у меня как бы дошли с руки и с пальцев, они сами не спадали. И достаточно очень плотное дерево. Такая конструкция достаточно, говорю, очень простая. То есть обычным лобзиком вырезаете отверстия, засверливаете, скругляете. Тут особого оборудования не нужно. Я потом немножко дошлифовал еще бормашинкой, но это я уж как бы там... Не стал это сильно вкладывать уже в видео. Рифленость, так как это все-таки террасная доска, снял карбид вольфрамовой насадкой на мини-болгарку проксимовская. Вот. И потом уже на ждачке 150 или 180 все это зашлифовал. Покрыл бормовским маслом терраским. И все. Получилось такая, при покрытии маслом, она такой имеет рыжий цвет, красивое дерево. Ну и в руке лежит очень приятно. Даже вот сейчас вот вам озвучиваю и в руке держу эту. Штукенция. Логотип свой выжигать не буду. Как говорится, береженого Бог бережет. А так, всем спасибо за видео. Подписывайтесь, друзья. Ставьте лайки, если есть какие-то вопросы или пожелания, чем интересно такое замутить, сделать. Все рассмотрим. До новых встреч. Спасибо за внимание, кто досмотрел. Все-таки этот ролик не сильно длинный, но все равно спасибо. До новых встреч.